Сейчас аллергики, сезонная аллергия достигла пика, и активному цветению трав способствует аномальная жара. Облегчить ситуацию могли бы дожди, поэтому спросим у Татьяны Антоновой, а что у нас с дождями? Мария, ну что же, вот смотрю, дожди идут сегодня восточнее от Москвы. Кстати, ближе к вечеру ждем мы их и в самой столице. Ну а дальше уже без осадков жара будет усиливаться. Ну что же, подрастет температура и на северо-западе. В Пскове завтра 30, в центре ждем от 24 до 30 градусов. Близко к этому и в Черноземье, но здесь местами возможны осадки. Совсем иные атмосферные процессы разворачиваются поближе к Уралу, и причина тому – северный ветер. В Ижевске плюс 15, а в Казани, как видите, плюс 18. Эта холодная волна докатится и до юга в Астрахани. Сегодня еще за 30 градусов, ну а завтра уже плюс 26. На Черноморском побережье будет жарко, здесь, как и на Кавказе, возможны локальные ливни. Забота об окружающей среде начинается с себя. Помогите своему организму оставаться чистым. Ляви Детокс – ваша забота о своем организме. В Петербурге в пятницу плюс 28 и солнечно. В Москве завтра также 28, а затем все 30 градусов. Мария, будем готовы. Суббота обещает быть рекордно жаркой. Будем готовы. Спасибо.